4, пошли. Всем ни бага ни лага, дорогие зрители и подписчики канала Вульферин. Здравствуйте, ребята. Пират. Всем привет. Скиф. Лоха. И Дрожа. Всем привет, ребята. Черт, я такую речь заготовил, бля. Мы продолжаем играть всегда в Том Старт Тугезер. Мы, да. Глаголь свою речь. Глаголь. Да все ты. Моя все. Палочка, дайте палочку. Yeah. Почему все мои палочки тырят? Не по палкам ты мастер. Вот что я тебе хочу сказать. Это пинг тупой. Пинг, кстати, меня он не радует. Моя. Ну, я вообще не могу взять ни одну палочку, потому что у меня их прям с под носа убирают. Не могу поднять ногу. Ок. Женя, ок. Не ногу, а ногу все равно не могу. Женя, успокойся. Куда успокоиться, Виталий? Не слушай больше Кадышеву, все, успокойся. Заберите у него этот диск. И поносит меня, и поносит меня. Да? А, нет, это не Кадышев. Это была не Кадышева, точно. Это был просроченный проект. Женю поносит вообще конкретно. Чую. Чуешь? Чую вообще прям отсюда. Чую я... Да. Где-то Женя рядом. Чую не русским духом запахло. Крымским духом запахло. Здесь Женя был, здесь Женей пахнет. Короче, все, ребят, что-то это да. Это мне подавись, не умри. Уже. Ну, господи, кошмар какой. Какой кошмар. Блин, а что я морковку собираю? Мне нахрена она мне нужна? Пригодится. Чтобы нам отдать. Ну да. Да. Вот тебе вот только отдавать. Мы как-то логично разбрелись во все стороны просто. Ну изучаем. А мы ресурсы собираем. Ну да, ресурсы собираем, карту изучаем. Я уже золото нашел. Копай дерево. Это как в Seven Day to Die у нас, да? Копали деревья там. Копатели деревьев. Выкапывали. Корчевали. Ух ты. Воу, ребята, и что я нашел? Что там? Что ты нашел? Какого? А что это? Что ты нашел? Тут как будто бы кто-то раздавил куст. То есть я такой анимации раньше картинки не видел. Это где? А вон, у нас же Global Player Icons стоит. Идите ко мне, пират. Icons, иду. Тут интересная такая текстурка, я такой никогда не видел. Как будто кто-то что-то раздавил. Блин, я золото нашел. Надо золото. Асям! Минимап не включили. Нормально. Ну, кстати, бэм, да, мы по... О, давайте цилиндр. Совет... мой цилиндр. Давайте советы дадим в плане, кто вдруг тоже подключается. Хотя у нас такие советчики, да, соу-слоу. Что, как бы, желательно, вот Скив сказал, чтобы у всех стояли одинаковые моды, у всех играющих на этом сервере. Тогда меньше вероятности лагов. Ну, у меня сейчас, по крайней мере, слава богу, нет. Хотя, если вы ставите моды, в любом случае, есть такая вероятность. Тут как будто человек куста раздавили, да? Реально, куст такой, как будто, я не знаю, ветки какие-то разброшены. Да блин, я далеко. Это случайно не след этого крота. Крота? Какого крота? Новый босс, крот. Крот? Енот, блин. Не, вряд ли. Он следы вроде вообще не оставляет. Вот сюда. Все. Виталий. А, подожди, это... Что это? Это... Давай. Это, по-моему, новое. А где? Гнездо лося, не? Должно быть. О, я, кстати, его никогда не находил. Возможно. Какого гнездо лося? Вы чё, о чём? Лозя. Это что? Кто нагадил? О! Я говорю, гнездо лося, по-моему, здесь должно быть, нет? Какого лося вообще? Про чё речь? Ну, утка-лось. Ну, утка-лось. Ты чё, ты шо не знаешь? Кстати, а давайте запомним это место, и возможно, весной, когда он приходит там, да? Спасибо. Что запомнить? Возле портала. Да, весной, когда он приходит, сюда прийти, и тут, если это реально гнездо, то мы найдем что? Нет. Я что-то подобрал. Нет, мы найдем здесь яйцо. Которое вылупится, и мамашу примут опять Виталию. Виталия примется, как мамаша. Боль. Адская боль. Что-то слишком много их там будет, не разве? Может, не надо? Надо, Федя. Я не хочу быть мамажей, нет. Потому что они тебя чуть-чуть это затюкают. И свести денег не будет.
так нет. Так, мы все там... Кто ставит костёр? Я в цилиндре! Виталий мне подгон такой царский подогнал. Братский, да. Так, ребят, может кострище? Да сейчас, а кострище или костер? Да не, костерчик. Я просто так. Просто скиф, давай к нам. Где ты там? А я тут. И рядом. Я как раз мясо пожарю. Мясоедушка. Так. Благо с собой есть, кстати. Че я не одеваю? У тебя есть с собой немного блага. Вот так. Французишка. Франсуа. Ла Франция. Сижу, клюю на абажур. Да-да-да, ты немножко недожрамщий. На клею ты сидишь? Ну, на клею. Сижу, на клею. И все рубят, все, смотрите, что там пробудите этого говнюка. Вставай, просыпайся, Пиночет. Опа, пират ушел. Пират, но обещал вернуться. А вот он. Скайп какаха. Какашка. Каким файлообменником ты пользуешься? Конечно же. Скайп какахой, да. Какахой, да. Черт, это надо замазать эту рекламу. Какайп. Скайп какаха. Знаете, морковку кому надо? Давай я соберу, у меня есть морковка с собой. Ахаха. Welcome is better. Кто чё говорил там про французов? Сейчас отожрусь. Жирный француз. Сытый француз опасный. Опасно. Пошли сюда. Слышь, ты чё такое дерзкий? Давайте искать место для базы. Алло, гараж. Мы ищем. Кстати, почему мне показано, что Day 1 до сих пор? Потому что World Day 2, а Day 2. А, да, Day. Ды-ды-ды-ды-ды-ды. Я забыл с теми спрятаться. Это норм, ребят. Это Женя. Это норм. Это Женя. Ну а чё, позволю своим подписчикам, так сказать, поучаствовать. А сообразите, я подписчикам поучаствовать в начале, ну, не в начале сезона, а продолжение. У меня лопаты нету, обида. Я бы грибочки понакопал. Я гоню француза. Да сдохни. Найн, за мной монстр гонится. Так, ребят, теперь у нас есть детальки на холодильник. О, давай сюда. Нет. Я их буду хранить у себя. Да, помнишь, как мультик про котика с котлетой? А я ее спрятал, да? Да, в животике. Очень найдешь там место, в животике. Ты котенок гафовый. Да. О, нет, пират, я тебе не дам. Пока мы не построим, я тебе не дам. Жека, иди сюда. Антошка, иди копай картошку. Стой, авэй. Пойду-ка. Нахрен убегу-ка. Мясо. Антон, ты где? Я нормально, я у своих братка. Тут брат, золото. Братишка, есть у кого кремень этот? Кремень? У меня есть что? Флинт? Флинт. Мне надо один флинт. Всем надо флинт. Флинт. Надо пауков убить. Вот он, Антон! Француз, на. Антон. Иду. О. Где? Его забрал пират. Ах, пират, отдай. Пиратское. Пиратство цветет. Душа, да. Антон, сюда. А золото надо? Надо. Золото надо. Кстати, Антона больше нет, все. Можно успокоиться. Нет, Тошка. Подбегните нам Антона. Свободу Антонам, свободу. Свободу от повязки набедренной. Шатать. О, может тут бифла есть? О, бифала! Ребята, я нашел, где мы будем что, жить. Что, значит, будем жить около них? Ну, блин, это говно халявное. Ну, конечно. Тут трое. Халявное говно. Где ты говно платное видел? Ты знаешь, часто видел в кинотеатрах, в магазинах игр, там, знаешь, на Кикстартере, на Гринлайте, там столько халявного платного говна. О-хо-хо, пошла актуалочка-то. Пошло. Это о наболевшем, знаешь. Ты тупик. Антон, иди-ка в анус, а? Пожалуйста. Где Антон? Дай его сюда. Да вот, я убегаю. Нас не догонят. Грибочки. Где он? Кто обидел Женьку? Ну. Где этот засранец? Там дальше, вот как бежишь, так и беги. Там, кстати, и дальше бифало. Ну, давайте их сидим. Их, правда, трое всего. Ну, ничего, популяцию потом. Их составлять, да. Не уничтожать их и ради мяса, Виталия. Он их так сожрет.
Да, целиком. Пифало просыпается, а Виталий его ногу грызет такой. Да, такой. Нормально. Ты знаешь, как это? У меня рогами так, знаешь, поддевает и звук, как помнишь, R2-D2 летел такой. Как-то так. Я такой через всю карту. Я лечу. О, господи, Женя, хорош. Поиграл раз в Хардстоун, теперь будет вечно это говорить. У нас Хардстоун, это вроде и Вовки в самой было. О, мясо монстр тебе надо, товарищ? Мне, да, конечно же. Я тут, да, я тут паучков шатаю понемногу. Так, а где вы все разбрелись? А, ну то посмотри, у нас же есть. А, вы дальше пошли, да. Мы все вместе тут. Так, а что вы дальше пошли? Думаете, там что-то интересное? А мы так разведываем. Да, мы немножечко пробежаться смотрим. Вообще, да, да, там как бы скучноватое место такое. Ну, грибочки. Эй. Грибочки. О! Еще нашел одну, ребят. Что? Одну такую штуку. И они всегда возле. И тут кустов всегда много. Ага. Кустов много, заметь, да. Не к добру это. Ой, не к добру. Что-то новое, ребят, не? Что это? А, это что? Нашли эту херню, да, опять такую же, как вот ты находил. И причем опять кусты рядом и озеро. Что-то здесь неладное. То есть они спавнятся всегда с озером. Да, вот, видишь? Ну, опять? Предлагаю, знаете, чисто поржать, рядом селиться. Если что придет, то нам будет отношение. Значит, это не гнездо, ребят. Не может быть даже... Ну да. Значит, моя теория не подтвердилась. А значит... Или, возможно, это место... Значит, там живет большой гриб. Просто реально, гнезда что-то ввели хрен знает когда, но я никогда в сингле не находил такие вещи. Я находил лосят этих маленьких, а у меня... Ну, вот такую вещь ты находил? Ну, там яйцо я находил даже. Ну, я не находил. Я находил яйцо. Да, в холодильнике, да. Я пират видео смотрел, да, у тебя там было... Были яйца, да. Были яйца и нет яйца. И один паука заметил. Нет, я его обошел, потому что... О, сверху пауки. Шатать! Без меня шатать? Да вы шататели, блин. Шататели. Давай, онлайн. Ходи. Он сразу... Он настолько суров, он даже не бьет пауков. Он сразу рушит дома. Шатает. А у меня 7 паутин. Ну шатайте там немножко. Я своих братьев бить не буду, я не предатель. Ой, ой, все, Жень, вот тут все. На, мясо. Сюда. О, там еще губ-стоп. Благодарочку. Ночь. Давайте всех убивать-то не будем, а? А что с ними делать? Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой! А, это что, раскатать пауков. Кстати, я их задружить могу. Среди нас предатель, я подозреваю. Кто-то из стана пауков зачесался. О, тут два кокона. Раз забирай. Че, я не могу, у меня нет места. Лечилочка никому не нужна? Я сейчас заберу. Ребят, давайте я костер разведу уже что-то, да. Да тут прям, возле Антонов. Да кого, блин, на них? Ой, да что ж такое-то? Они ж ночью не выйдут. Ну да, но под утро я буду просто бежать. Да я их шатать. Назад. Ребят, подбавьте кто-нибудь дровишек, этого чего-то у меня нет. А. Сейчас рубим. Лес рубят, шишки летят. Шишки летят. Ну хоть не сиськи. Да. Так. Все это представляешь? Лес рубят. Левиатирующие, да, Жень? Воу, я что-то есть-то забыл. Окей. А вот что-то валяется, не? Это что-то загорится сейчас. Так, селитру я заберу, у меня есть. Забирай. Ой, что-то мне жарко. Отдай селитру. Ну что, около костра, не? Селитру отдай. Не. Селитру отдай. Не. Блин, надо было Friendly Fire включать. Да дай ему селитру уже. Да он отдал. Да пускай таскает. Мне не жалко. Мне слот больше освободится. Слотал. Все, мне еда кончилась. Поесть будет. Надо. Я 2 дня не жрамши. Ой. Исхудал весь. Я могу Science Machine скрафтить. Ну не здесь. Не здесь, давайте пошлите этот. Да, мы сейчас куда-то вверх, в стороны, в бок, вправо, слева, короче. Ой, как бы плохо. Ребята, дышим на него. Сейчас ты перегаром дышишь. О, Антон, стоп, мясо. Мне нужно купить мясо. Стой, ты застранит. Стой! Говно.
Бедный Хрюх. Где мясо? Э! Васёк! Сюда иди! Не, ну серьезно, мне больше жрать-то нечего. А куда мы возвращаемся? Птица, смотри, птица. Ну, мы идем и исследуем. Дерево. Картошка. Что-то эти индюки сами по себе гуляют. Раньше они вроде выскакивали только из этих. Выскакивали? Выскакивали. Выскакивали. Пацаны, я иду. Куда? Сюда. Пацаны. Куда мы идем? Ну, мы идем. Куда идем? Мы с пятачком. Большой. Большой. Большой, Виктория Секрет. Very, very big. О, Виктория Секрет. А ты отважный вообще. Да он всех убивает. Он. Что, нужны ресурсы? Мяса не было? Есть мясо, сейчас, подожди, я не тебе дам. О, тут пчелки. Пчелки. О, я буду пчелок растить. Растить? Ну, хотя бы растишкой. Не... Да. Растишкой. Пчелок. Пчеловод. Поливать растишкой. А я буду кролика растить. Давайте поймаем мне кролика. Я буду гламурный. А зачем тебе кролик? Отдай морковку. Воу, меня телепортнуло так что. Че тебе все отдавать? Я че? Флинт. А, Флинт. Флинт. О, тут болото? Да. Давайте сидеть здесь, что ли, я не знаю, уже где-нибудь. Тут слишком много. Да еще рано, мы еще всю карту не изысследовали. О, да, всю карту. Червоточина, надо срочно делать действие. Так. О, перекати поле. О! Перекати поле стоять! Значит, пустыня где-то. Покажи ему палочку. Ух ты ж, Еще. Ну, них хераш. Далековато, да. Тут, ребят, посмотрите, где мы на карте. Уи! Да, очень далеко, что-то вас занесло. О, золото. Окей. Может, что интересное найдем? Нифига, карта большая. Так, здесь. Так, пират, собирай этот папирус, если есть место. Потом не отдашь, чтобы. Так, тут всякие камушки. Много мест. Уже. Пригодится там на шприцы на все дела эти. Да. Шприцы. А так я всегда знал, что у наркомана, ребят. Будем бульфери накурить. Накурим его, да. Шприцами. Надо меня накуривать. Я шприцами накурим. Брат, братишка, когда меня отпустит? Накурили меня шприцами. Пираты. Наркотики? Какие наркотики? Какие котики? Какие котики? Да. Мы тебя котиками накурим. И будет. Мяу-м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 яу
Уе. Кто тут уже садит деревья? Чё за... Вот. Я вычислил приспешника Гринписа. Чё за садомия садит деревья? Скиф! Шо такое? Костёр разжёг, молодец! Нет, 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 нет! Наживайте меня костратом, да? Скиф, мамонт! Сам такой. Скиф мамонт. Сейчас... Последний? Последний, да, как это, в этом... Где он был-то? В периоде. Да, Линкольн, да. Спасибо. А чё они так заспавнились? Сразу четверо. А ты мне сделай, кстати, копье и шапку. Я тебе золото дам. Да подожди ты. Смотри, Камара, за деньги, вот только за золото. Вот, вот, вот Виталий, все. Ну, он просто так не дает, да. Копья. А вы и шапки. В спорной индустрии, да? Какой такой спорной индустрии, да? Так, ребят. Так, похшли отсюда от вечера. Тебя уже мамонт доедает. Что? Это я мамонт доедает, ты не прав. Подожди меня, не оставляй меня одного. Не оставляй его. Он же твой пират. Просто король рифмы, да. Раз, два, три, четыре, пять. С рифмой с детства я дружу. Ну, особенно Женя с рифмой. Йогурт в ложе остужу. О! Такой. Хрена! Ребята, я нашел, где мы босса будем убивать. Ну, по крайней мере... Где они нас будут убивать, скажи так, да.
Пиноккио. Шапка! Какая шапка? Дай шапку. Нет. Шапка! Светящаяся шапка. Я забыл. Какая шапка? Что-то этот мамонт нас Пиноккио, ребят. Болото заводит. Вот он. Ты дашь мне копье или нет, чем его убивать? Ниже, выше золото. Не надо, не надо, пират. Там собаки, а и сейчас камень ночь. Есть. И шапку. А есть у тебя камень? Сколько тебе? Сейчас, подожди, копье, вот оно. С этих да. Золота не падает, пират. А мне не золото. А, подожди, нет, мне камень не нужен был. Сейчас сделаю уже. Мне где просто ты? Две кирка. Да кирк. 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 Все, окей, готов. Подожди, давай костер тогда хотя бы разжжем. Ну давай, а куда его гнать, тут чисто поле вокруг. Да? А нет, чистом вода вон поле, есть, есть. В чистом поле. Это что такое? Я только что на жопе катался, как собака с глистами. За этим, за кустом перекати поле. Насрал, насрал. Понасирали. О, капец. Так, а ты где? Я пофигу, шатаю уже. Катаюсь на жопе. Так, первый мамонт есть. Ага. Ночь и тишина. Шеку не вижу я. Да я вот под тобой. Че? Я тебе мясо что ли отдал? Че за виз-то? Да ладно, ладно, на, на, пират. Ой, я все-таки пират. Да ёб, ты вас путаю. Так, что ты делаешь? Вот твоя натура-то. На, говорит, и жрет. Ай, господи. Так, дай-ка твой этот возьму. Вот это вот, да. Уже все, первый мамонт съеден. Почти. Парни, вы слышали, что мы его съели? Вы информированы. Пират рядом, это перекати поле? Не успел, ладно. Чё? Я вообще за ними не гоняюсь. Не, с них иногда вещички полезные падают. О-о-о-о, жарко, жарко. Зеленый гриб. Есть зеленый гриб. Чё ты? Да жарко около костра. Так не суй ноги в огонь. Да... Жареные ноги. Холодно. Вот и стою, куда попало. Попало. Чёрт, я отойду в сторонку. А то ещё. Ой. А ручки-то вот они, да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ребята, ну вы фу. Фу, вообще такими дрожами быть. Я Дедушка Мороз. Борода из пены. Скип, пошли куда-нибудь уже. Пошли. Дедушка Мороз. Кто-то мамонт обгадился, когда мы его загоняли. Да-да-да. О, тут большая птица. Нет, о, это дерево. О, еще. Это птица? Нет, это дерево? Нет, это скип. О, еще след мамонта. Еще один, что ли? Да. Скил мамонт. В натуре. Давай. Правильно. О, еще выкопать. Да блин, господи. А, кирка сломалась. Пошли давай. Можно просто скиф. Козы, козочки, козюльки. Пошел коз. Козюсички. Козюрята. Козачата. Казаки. Коз нашел. Козероги. Это твои братья? Козадавы. Вот его поперло-то. Козинаки. А, посмотри, что там сверху. Козикати. Что сверху? О, песики. О, тут дерутся. Коза против собаки. А тут механический биом. О, смотри, сколько мяса там. Собаки все сожрали. Тут золотишко вокруг, пират, надо пират, золото. Подожди. Можно пойти помочь им, бей. И что ты предлагаешь, телепортироваться? Я предлагаю сходить мамонта сначала завалить, потому что нам как-то засрали. Нам потом надо где-то базу делать. О, смотри там. Тикай, пират, тикай! Просто беги. О, весело у нас тут. О да, пират, да! Чё? Давайте базу, наверное, пират, или что? У тебя есть место? А нам не пора сейчас серию завязывать? Да. А. Вот. Ребят? Так, носорог, тихо! Твою мать, пират, ты чё? Ты не надо так! У меня лагает! Да! Ой, собака! Ой, мясо! Ну, нет, собака, не так, первый фраг есть, да? Блин. Главное, это не я. Тан-тан-тан! Козы, атакуйте их!
Козы, нет, они съели мясо. О, мамонт, ест. Они убивают коз, ну, блин. С другой стороны, давай. Все, мы профессиональные загонщики мамонтов. Были. Да стой ты. Да говно ты какой, а. Да жди ты, не гони его. Там столько мяса. Я на тебя гоню, Скиф, у тебя получается лучше. Пират отпал. Ну бей его, чё ты, он у тебя за спиной пробежал. Стой, стой. Вот сейчас угол, в угол его. Гони. Да какого? Ау. Мочи его, мочи. Мочи, давай, бей в глаза. Он стагерится. О, да, а, мясо. О. Фу, у меня хобот и мясо выпадает. Сквозь хобот? Сквозь хобот. Бери, чё, у меня хобот, я хобот сожру. У меня тоже хобот есть, тебе надо хобот жареный? Так. Мне не, норм, пока все. Как бы мне тебе риснуть, пират? Иди сюда! У меня железы нету, у тебя была там железа вроде. У меня есть резалка, я могу сделать. И у нее там железа вроде была. Я могу сделать резалку. Ну, молодец, приди к нам. Может, он так, пошли к ним, а. Пошли. Он знает где. Тут что-то мы как-то... А, у него нет резалки. Да. Золото, есть. золото. Да, блин, а, ну да, нам же нужно золото, камни. Да, алхимическую, там вся фигня, возня, мазня. Так, у меня есть кирка. Ха-ха. Та-та, а-та-та. А-за-за-за-за-за. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. У тебя железы не было, да, пират? У меня есть железо, сейчас я сделаю. Молодец, Виталий, я тебя спрашиваю. Ой, все, Женя. Нет, да ты хрен знает где, толку, что у тебя есть. Сейчас придем. Я скушал ее. Зачем? Так меня это, я думал, я выживу. А потом пришел и носорог, и все. Носорог, рок. Убьет. Наркоман, нан, плывет. Все плывет. Он вообще ниоткуда появился просто. Взял, убил меня, и все. Ну, у меня он не ниоткуда. Так, где вы там? Давайте объединимся, и уже что-то как-то надо это, да, того надо, самого. Да, лямку завязывать. Так, вы еще и на болотах шарахались, да? Не, ну были немножко, да. Я немножко побирался с пиратом. Пособирал. Ну, там уже... Этого хватило. Понимаешь? О, мерм. О, а чё тут всякие Григории гуляют? Ёпсель-мопсель, у меня 48 раз, сука. О, еще один. Это Иннокентий, по всей видимости. Давайте к нам, а не... Кеша! Да, вы там... Тут Григорий и Иннокентий. Так, подожди, мне... Кстати, надо... кактусы питательные, но их это больно. Да, я бы не сказал. В броне не особо. Чё, тут я. Гуд. Сейчас, ребят, где вы? Делаю хилку. У меня есть. Просто этого нет. А я уже всё. Да Япона, бро. Пригодится. Жив. Ну ладно, да, пусть. Я кактусов просто немного собрал, у меня с рассудком вообще печалька. Иду за своими шматками. Так, Жека. Что? Угадай с пяти раз. Что? Да пора заканчивать, говорю. А я думал, ты меня я же кактусы не могу жрать, твою мать! На, Скиф. Чё, кого? На кактус. Нафиг ты мне его дай. Он жареный. А, ты. Я же не могу их жрать, забыл про это. Так, ну да, пора, чё. Ну окей, раз народ бунтует, пора. Ребят. Потому что вы реально уже считаете. А где все мои вещи? Вот это все твои вещи. Харе, что там жжешь? Ну, у тебя еще был папирус, я его забрал. О, кактус не жарится, я 100 лет не жрал. Так я его пожарил уже. А, это жареный? Кукать, а, да. В любом случае, ребята, зрители наши дорогие, всем огромнейшее спасибо, что вы были с нами и наблюдали наше безумие. Да. Подписывайтесь на наши каналы, не забывайте, всегда это приятно и полезно. И пишите, конечно же, свои советы. И вдруг вы что-то знаете, что это за отметина в виде раздавленного куста. Все ждем ваших комментариев. Подписывайтесь, лайки, комментируйте. Пока. Пока, ребят. Всем пока.